В эфире «Мобильный репортер». Обзор событий, происшествий и курьезов, очевидцами которых стали вы. Все, что, по вашему мнению, достойно внимания, прямо сейчас на телеканале «Татарстан-24». С вами Артем Захаров. Здравствуйте. На татарстанской трассе из-за невнимательности одного из водителей чуть не пострадал другой. Виновник ДТП решил перестроиться на правую полосу, но при этом не убедился в безопасности своего маневра. В этот момент по соседней полосе двигается авто с регистратором. И когда перед водителем выскочила машина, тому пришлось резко бить по тормозам и попытаться избежать удара. Столкновение он избежал, но на скользкой дороге машину стало бросать из стороны в сторону. И в итоге неуправляемый автомобиль делает оборот вокруг своей оси и останавливается на обочине. Лишь по счастливой случайности он не улетел в кювет и не ударился о борт дороги. В итоге ни единой царапины, что на водителе, что на автомобиле. Однако несколько седых волос на голове мужчины точно прибавилось. В Казани после аварии на улице Можайского перевернулась газель. В нее на перекрестке въехал КамАЗ. В ДТП никто не пострадал, однако некоторые казанские школьники в тот день недополучили положенные им овощи и фрукты. Именно их по учебным заведениям и развозил водитель «Газели». В аварии виновным себя никто из водителей не считает. Теперь этим вопросом будет заниматься ГИБДД. Очевидцы же сняли не только последствия аварии, но и как лежащую «Газель» ставили на ноги, а точнее на колеса. Обошлось без эвакуатора, поврежденную машину перевернули тем же КамАЗом, которым и опрокинули. Татарстанский водитель снял на видео, насколько убиты некоторые дороги региона. Причем на видео не какая-то богом забытая проселочная дорога, а участок федеральной трассы Москва-Казань. Для соблюдения законов большую часть комментариев водителя нам придется заглушить. Однако суть будет ясна. Вот вам ваша Москва, на... Чувашия, Нижний Новгород. Едем... 30 км в час. По словам комментаторов, после этого участка дороги нужно сразу ехать не только в автосервис, но и к стоматологу, так как при такой тряске можно растерять все пломбы. Следующий сюжет снят также на татарстанской трассе, однако в этот раз ролик довольно позитивный. Водители сняли на видео необычного участника движения – оленя, который бежал по проезжей части с почти автомобильной скоростью. В какой-то момент водитель и пассажирка машины испугались за зверя, так как на встречке показался еще один автомобиль. Но все закончилось благополучно. Олень выскочил на обочину. Сейчас под машину, стой. События, происшествия и курьезы, очевидцами которых стали вы, присылайте на наш сайт в рубрику «Мобильный репортер» и в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24». Кроме того, делитесь интересным контентом в любых соцсетях с хэштегом «Татарстан24». Станьте частью нашей рубрики, однако в экстренных ситуациях постарайтесь оказаться по ту сторону объектива. С вами был Артем Захаров. До встречи!